Привет, дорогие друзья, подписчики и гости канала. С вами, как всегда, Илья, вы смотрите мой Игр-день. Продолжаем смотреть логические игрушки, и сегодня нашел такой проект под названием Jules NAS. Головоломочка из категории 3 в ряд. Давайте начнем. Сразу хочу отметить, что игра очень атмосферная. Музыка, звуки, графика – все сделано на высшем уровне. Прям приятно играть, и глаз радуется. Задача игрока будет выстраивать в ряд камни одного цвета. В каждом уровне нам даются определенные цвета, которые нужно будет собрать. Чем больше мы собираем цветов, тем, соответственно, лучше. Особенностью игры является возможность совмещать одинаковые по цвету и уровню элементы для получения элементов более высокого уровня. Если мы собираем 4 или 5 камней в ряд, то получаем бонусные камни, дополнительное время и ходы. Сложность заключается в том, что в каждом уровне есть ограничения на количество ходов или времени, поэтому нужно на максимум использовать свой интеллект для прохождения уровней. Если ходы закончились, а камни остались, то уровень придется начинать заново, ну или использовать бонусы для дополнительных ходов. Чем дальше мы проходим уровни, тем сильнее усложняется игровой процесс. В дальнейшем некоторые фигурки будут заморожены, по полю будут гулять магические круги, делающие элементы неподвижными, и даже накладывать проклятие на камни. Для заморозки ваших камней разработчики подготовили целый арсенал ледяных глыб, каждая из которых имеет свои особенности. Также в каждой локации игровое поле будет иметь свою структуру. В игре нас ждет целых 4 главы, каждая из которых имеет свои фишки и порядка 100 разнообразных уровней. Тут, конечно, разработчики постарались на славу, скучать точно не получится. Также в игре мы можем посмотреть свои достижения, которых, кстати, также огромное количество. Jules NAS доступна бесплатно, если вы любите такой жанр игр, то бегом в магазин приложений. Игрушка явно стоит вашего внимания. Ну что ж, а на этом я на сегодня заканчиваю. Ставьте лайк, если вам понравился обзор, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Также вступайте в сообщество ВКонтакте Toys Android и в группы моих друзей. Все ссылки будут в описании под видео. А с вами был Илья, вы смотрели мой Игр-день. Играйте в хорошие игрушки. До скорой встречи всем. Пока.